говорит со старой женщиной. Я работаю с мамой. Фрукты, овощи продаем. Работать, в общем, есть. Ситуация такова. На западную дозорную башню напал дракон. Что? Только этого не хватало. Все верно. Вижу на тебе броня наемника. Вот это я понимаю жизнь. Взялся и кто его послал. Но на Вайтран он напал зря. Это я знаю, наверняка. Но, Хускар, как нам победить дракона? Хороший вопрос. Никто из нас раньше драконов не видел и не собирался с ними сражаться. Но теперь бой с ним неизбежен. Это вопрос чести. Этот дракон угрожает нашим домам, нашим близким. Сможете ли вы называть себя нордами, если сбежите от чудовища? Или вы оставите меня с ним один на один? Нет, всем конец. Но сейчас на кону не только наша честь. Только подумайте, это первый дракон, который появился в Скайриме за много веков. Убив его, мы прославимся. Если вы со мной, конечно. Так что скажете? Пойдем и убьем дракона? Да. Да, точно. Тогда вперед. Провел свой караван через весь Тамриэль, чтобы торговать с тобой. Чем дольше мы странствуем по дорогам Скайрима, тем пустыннее кажется земля. Прибыльная вышла поездка. Погляди. С каждым днем моя тоска по темным пескам Эльсвейра становится все сильнее. Пусть дорога приведет тебя в теплые пески. Я тоже тоскую. Каджитам нужно тепло, холод не для нас. Мир тебе на дороге. Тебя никто никогда не заметит. Доверие – хорошая вещь. Быть может, если у нас получится забрать его, снова и снова показывая, что нам... Надеюсь, мы еще поторгуем. Они впустят наши караваны в свои города.
похоже, дело скверное. Но мы должны выяснить, что произошло. И не затаился ли этот дракон где-то поблизости. Разойдитесь и ищите уцелевших. Нужно понять, с чем мы имеем дело. Thank you.
просто не могу поверить. Ты Довокин. В самых древних сказаниях о временах, когда в Скайриме еще обитали драконы, драконорожденные убивали их и крали их силу. Это и произошло, не так ли? Тебе удалось поглотить силу дракона? Что ж, теперь ты можешь кричать. Раньше ведь не получалось. Это значит только одно. Ты из драконорожденных. Довокин? Это что еще такое? А ведь точно. Мне дед рассказывал про довокинов. Это те, кто рождается с кровью драконов в жилах. Как сам Тайбер Септим. Что-то не припомню, чтобы Тайбер Септим убивал драконов. Да не было тогда никаких драконов, бестолочь. Они только сейчас появились в первый раз за целую вечность. Но в древних легендах говорится о довокинах, смертных, которые могли убивать драконов и красть их силу. Наверное, это про тебя. Что скажешь, Эрилет? Ты что-то совсем притихла. Давай, Эрилет, скажи нам. Ты веришь в эти сказки про Довокина? Кое-кому лучше бы прикусить язык, вместо того, чтобы трепаться о вещах, в которых вы ничего не смыслите. Перед нами мертвый дракон. Вот это я понимаю. Это значит, что их можно убить. А всякие там легенды о людях-драконах меня не интересуют. Кто-то может убить дракона, и слава богам. Тебе этого не понять, Хускару. Ты же не Норд. Я объездила весь Тамриэль и видала куда более странные вещи. Советую вам полагаться на собственную силу, а не на сказки и легенды. Это же был самый настоящий крик. Будь я проклят. Значит, ты точно Довокин. Эта война такая же глупость, как вражда с кланом Серой Гривы. Отлично! Вот и ты, наконец! Ярл тебя уже ждет! Ты слышал призыв? Что еще это могло означать? Седобородые! Мы только что тебя вспоминали. Мой брат хочет с тобой поговорить. Так что произошло у башни? Там был дракон? Я знал, что могу рассчитывать на Эрилет. Но я хочу услышать подробности. Значит, это правда. Седобородые действительно призывали тебя. Мастера пути голоса. Они живут в уединении на склонах глотки мира. Говорят, что драконорожденные обладают великим даром голоса, способностью направлять жизненную энергию в туум или крик. Если ты воистину Довокин, они смогут научить тебя использовать твой дар. Ты помнишь тот ужасный грохот по дороге в Айтран? Это был голос Седобородых, что призывал тебя на высокий Хродгар. Такого не случалось уже по меньшей мере несколько веков. Последний раз призыв получил
сам Тайбер Септим, еще в бытность свою Талосом Отморским. Хронгар, успокойся! Какое отношение ваши нордские бредни имеют к современности? Наш друг, конечно, молодец, но он определенно не какой-то там дуракин. Нордские бредни? Ах ты надутый невежа! Да это же наши священные традиции. Мы блюдем их со дня основания Первой Империи. Хронгар, не будь так суров, Савиничи. Простите, не хотел никого обидеть. Но что им от него нужно, этим седобородым? Это дело седобородых, не наше. Что бы ни произошло во время убийства дракона, тебе что-то открылось, и седобороды это услышали. Если они считают, что ты довакин, кто мы такие, чтобы с этим спорить? А ты немедленно отправляйся на высокий Хродгар. Когда седобородые зовут, медлить не принято. Это огромная честь. Знаешь, я тебе завидую. Вновь подняться на 7000 шагов. Однажды я совершил туда паломничество. Высокий Хродгар — очень мирное место. Очень свободное от всех треволнений этого мира. Удивительно, что седобородые вообще замечают, что тут внизу творится. Раньше им до нас дела не было. Неважно. Отправляйся на высокий Хродгар. Узнай, что поведают тебе седобородые. Довакин, твою помощь не забудет мой город. И не забуду я. По праву ярла, я нарекаю тебя Таном Вайтрана. Это величайшая честь, которую я могу тебе даровать. Я назначаю Лидию твоим личным хускарлом. А это оружие из моей оружейной будет символом твоего звания. Я также сообщу страже о твоем новом титуле. Мы же не хотим, чтобы они думали, будто ты из черни, верно? Мы рады видеть тебя среди танов нашего города, Довакин. За работу, Провентус. Нам надо защищать город. Да, мой господин. Ярл назначил меня твоим хускарлом. Для меня честь служить тебе. Ну что ж, идем.
Дворянин, сюда нельзя. Ты чинишь помехи имперским должностным лицам. Да-да, так что с тебя штраф. Ну, скажем, 100 золотых. Плати, гражданин. Ну, если ты настаиваешь, эй, ребята, повеселимся. Не стоило сюда приходить.
уйти с мира. Тебе удалось убить.
готов, Климат. Не сегодня. Не готов я пока лезть на высокий Кротгар. Дорога небезопасна. А разве седобородые не ждут тебя с припасами? Честно, я не уверен. Меня еще ни разу не пустили в монастырь. Может, когда-нибудь? Эх, если идешь на высокий Хродгар, я собирался сам доставить туда припасы. В основном это еда. Сушеная рыба, солонина. Ну, знаешь, то, что долго не портится. Седобородые-то сами особо никуда не ходят. Ну, ты понимаешь. Но у нас с ними вроде как уговор. Я хочу сказать, как-то неправильно требовать с них денег за такую малость. Только вот беда. Ноги у меня уже не те, что в молодости. 7000 ступенек мне тяжело даются. Правда? Это было бы очень благородно. Вот тебе мешок припасов. Поднимешься по ступеням и увидишь сундук для подношений. Кинь мешок туда, и все готово. Будь там поосторожнее. Thank you.
волков, если отправишься на высокий Хроббер. Thank you.
могу отвезти. Ну, куда едем? Залезай в повозку и отчаливаем. Стоять, старушка! Куда смотрит Ярл? Вы что? Теперь должны трястись от страха у себя.
прямо за тобой. Я с радостью понесу твою ношу.